Это выставка выражения благодарности дарителям, тем, кто из года в год пополняет музейное собрание уникальными предметами. Кто-то это делает единожды, другие, можно сказать, сотрудничают на постоянной основе. Но вместе эти люди – друзья музея города и истинные ценители его истории. Мы будем презентовать тех людей, которые нам подарили. Немножечко их семьи, их биографии, что стоит за этими вещами. И поэтому для нас такая очень волнительная вдвойне выставка. В экспозиции музея занимает достойное место уникальный памятник культуры эпохи Ренессанса, шедевр мирового полиграфического искусства, священная реликвия нашего города, подлинный экземпляр Брестской Библии. Так как это очень ценный и хрупкий артефакт, согласно инструкции, ее можно экспонировать только около 3 месяцев в году. Именно в этот знаковый день снова открылось ее экспонирование. Теперь у посетителей музея появилась возможность своими глазами увидеть этот бесценный экспонат. В 2019 году музею было подарено Факсимильное издание Брестской Библии. Проект осуществился при финансовой поддержке организации «Белнефтестрах». С его появлением посетители могут полистать шедевр, рассмотреть гравюры и рукописные пометки на страницах книги. Мы понимали значимость самой Берестейской Библии для города и важность ее получения в тысячелетие, но мы понимали, что это будет очень уникальный экспонат, и мы знали условия его хранения, и мы понимали, что для вас, работников музеев, для тех, кто соприкасается с историей, очень важно иметь возможность, да и для тех, кто посещает музей, очень важно все это потрогать вживую, ощутить вот этот масштаб, этот вес, эту значимость, полистать эту книгу. Поэтому родилась вот такая идея. Широкой публике было представлено 30 самых разнообразных экспонатов. Документы, предметы личных вещей, быта, рассказывающие об ушедших эпохах и жизни их хозяев. Принося в дар музеям семейные реликвии, люди продлевают им жизнь и оставляют память для будущих поколений. Так сделала и Лариса Шилай, очень давний друг музея. На протяжении 20 лет она делилась с ним и городом памятными вещами. Задавала я много, я же говорила. Были от бабушки брюссельские кружева, вот одни из них представлены здесь. Но сдала я в музей черные такие широкие. Сдала такую статуэтку, можно сказать, орел такой, большой орел. Он оказался мейсонский, платье где-то 70-х годов, крепдышиновая. Потом шляпку от мамы. Традиция делать подарки музею стара как мир. Верен ей и Виктор Копоть, филателист, для которого коллекционирование марок и почтовых отправлений стало делом всей жизни. Он щедро делится уникальными коллекционными экспонатами с музеем уже не первый раз. 3 или 4 карточки тоже старых, именно дореволюционных. И была подарена монетка с Уоллит, отпечатанная на монетном дворе, которая была отпечатана именно в Бресте. Доброта и щедрость тех, кто пополняет музей предметами для экспонирования, не может не вызывать глубокое уважение. Вот так из года в год помогает музею и Андрей Владимирович Воробей. Ведь он совершенно точно знает, зачем это нужно. Я принес в музей несколько предметов, книжки, детские игрушки. И самая, скажем, такая интересная вещь, с моей точки зрения, вот о которой я говорил, что вроде выглядит как обычный бытовой мусор, но несет на себе, я бы сказал, отпечаток эпохи. Не побоюсь сказать, это сумка банальная, торба, сделанная из свитка Торы. Предмет остался, предмет не использовался по назначению, из него вот просто из священного свитка взяли и сшили сумку. То есть тут много как бы смыслов, можно долго размышлять. То, что действительно вот для многих людей очень часто просто выкидывают на мусор где-то там семейный архив фотографий, для музея это может быть интересно, оно будет жить, оно будет рассказывать, причем может повествовать об истории не только какого-то человека и семьи, а где-то даже об истории всего региона. Организаторы планируют проводить подобные выставки ежегодно, ведь коллекции пополняются, и музей хранит еще много удивительных предметов, с дарителями которых он хотел бы и дальше продолжать знакомить посетителей.